получилось, что сегодня Дед Мороз принес Марианне елку. Никто не думал, не гадал, а елка оказалась у нас. Еще один следующий подарочек пошел. Не лопнешь ты от конфет только. О, смотри. Я же ему тоже записку оставлю. Вот и вот. Не посмотри. Тихо, елку не свали. И смотри на каждой веточке. Это возможно. Выбирай. Все это интересно. Ничего себе, Гриш, ничего такого. Спасибо. Блин. Ух, ух, дедлема. Это, скорее всего, это светильник. Да, ночник. Это. Эй, косметичка. Да? Косметичка, да. А еще одна рушала. Ух. Раскраска, наверное? Да. Давай. С заданиями. И целый пакет мандаринов. Спасибо. Очень говоря, новый подарок – это квест. Он домашний, ну, то бишь, я думала, как-то ребенок сам, но нет, его нужно родителям подготовить. В натуре минут 15 надо потратить на подготовку. А разложить это все. Вот. И ребенок должен искать. Ну, а как это будет происходить, потом покажу, как мелко я буду искать. Посмотрим, что мне тут еще подарили на Новый год. Вот такой букетик с Новым годом, а здесь чай. Итак, тут 4 вида разных чаев. Вот этот самый обалденный, по-моему. А, нет, зеленый, это чай. Но это зеленый, я тоже иногда его пью. Самый обалденный вот этот медовый яблоко с имбирем. Здесь нету чая, здесь только кусочки. Здесь черный чай с чабрецом. Вроде тоже неплохо, чабрец не люблю. А это чисто черный чай. Я его не очень люблю, но буду гостей пить. Здесь мне подарили набор.
Так, лосьон для тела, гель для душа, персик, кокос, офигенно. Расслабляющий. Пахнет, конечно, божественно. Еще один подарочек. Полотенце. Хорошие турецкие. И снова с чаем. Травяной чай. Состав обалденный. Один. Второй. И какой-то третий. Впервые такой вижу. Ройбуш карамель. Ройбуш. Куда ударение? Не знаю. Короче, меня запасли чаем на год вперед. Дочке подарили особые фанаты. Стадион Кубани. Макет. Нужно было как бы сделать-то. Ну, я вам уже его покажу готовым. Мы его уже собрали. Очень много мелких деталей. Боролись. Ну, уже вот собрали. Новогодний подарок еще один. Так, еще тут кусочки подарков у нас. Вот, еще много понадарили в этом году. Руками что нужно делать? Вот диско-шар. Можно было сделать своими руками, но мы уже один сделали. Классный получается новогодняя игрушка. На елочку. Вот, и вот такой фонарик. Тоже своими руками нужно было бы сделать. Все было готово, все нужно было собрать. Даже бумажки от него уже не осталось. Тут еще один подарок дочери подарили. Типа вырасти новогоднюю ель с предсказанием. Ну, естественно, мы все сделали, все, что нужно было, и посадили семена. Не знаю, что из этого получится, вырастет что-то или нет. Потом узнаем. Вот эту посылку я ждала достаточно долго. И больше всего мне подарок нравится новогодний, кстати, в общем. Это, я уже ее открыла. Чаша. Поющая чаша, может быть, кто-то знает, а не-ка. Если он купит, то он прислал подарок. Для медитации. Круто подходит. Прям мою-мою. Такая вот подушечка. И такой мешочек такого для хранения. Все. Украсили 28-го дом. А по факту мне уже надоело. 10-е число, я сказала, все, разбираю.